личную фото, пожалуйста. Ну, у вас приказ, я хочу знать. Я гражданин Украины, я имею право знать. Ребят, какой у вас приказ? На основании чего вы? У нас приказ, если не знаете, то проводится в террористической операции. На этом основании здесь разбит блокпост, и мы стоим здесь для того, чтобы препятствовать тому вывоза или ввоза запрещенных предметов города Славянск. А я вам сказал, я предметы не вижу. Почему вы меня проверяете? Потому что мы на слово не верим. Взрослый человек. Я взрослый человек, ну... Хотите, мы сюда пригласим гаишника? Вы меня пугаете гаишником? Я не пугаю его. Это вы мне тут какие-то условия ставите? Я условия не ставлю, я знаю свои права. А вы стоите с оружием, и я как мирный житель... Мы вас вежливо попросили. Правильно? Я вам предъявил. Ну, я имею право не предъявлять. А кто вы отсюда? Внутренние войска. От кого вы здесь защищаетесь, непонятно, ребята? Мы с декабря месяца, блин. Защищать, непонятно, от кого.